Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо резонансні події міжнародної політики. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Райхель – політичний оглядач. Освіта – Національний технічний університет Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрій Борисович, радий вітати вас у нашій студії. Мабуть, почнемо з теми, яку обговорюють зараз фактично всі, хто хоч трохи цікавиться політикою, міжнародною ситуацією. Це Нагорний Карабах. Яка історія цього конфлікту? Це дуже тяжка історія, протистояння двох народів. Если говорить, ограничиться 20-м, начиная с 20 века, то уже в 1905-1907 годах за Нагорный Карабах были очень серьезные столкновения между армянами и азербайджанцами, которые тогда азербайджанцами называли, говорили, значит, разного рода варианты были, турки, горные турки, ну, и так далее. Кстати, до 1938 года в советских паспортах не писали азербайджанец. Азербайджанская ССР была, а азербайджанцев не было. Потом стали. А как писали, нагорні турки? Чи нет, як? Азербайджанцы писались турки, там, горные турки, ну, всякие турки. Советская власть на этот счет сильно не размышляла. Вот да, но радянская национальная политика, да, это окрема тема. Как так написали его. И вот советская коммунистическая национальная политика в 1923 году и продолжила эту историю, когда Нагорный Карабах, кстати, он только в советское время стал Нагорный, просто был Карабах. Причем Карабах – это тюркское название, армяне называют его Арцах. И они вот решением Кавказского бюро, которое было утверждено, конечно, в Москве, его, значит, сделали автономным районом в составе Азербайджана. Здесь была, в том числе, был и международный аспект, потому что Советская Россия и СССР заигрывали с кемалистской Турцией. И с этой точки зрения Ленин пожертвовал частью армянской территории, и гора Арарат оказалась в Турции, как и крепость Карс. Легендарные места. Да, и вот в том числе и вопрос Нагорного Карабаха был решен таким образом, так как это, в общем-то, соответствовало устремлениям Анкары, кемалистской Анкары. Ну и вот там еще с Нахичеванью. В общем, это довольно сложная такая история. И эта мина замедленного действия, она взорвалась в 1988 году, когда начались... Это был первый камень, вынутый из основания Советского Союза. Мы как-то забываем, что первой республикой, вышедшей из Советского Союза, ну, за исключением стран Балтии, была Армения, как раз не Украина. И вот там были столкновения, которые в конце концов, когда рухнул Советский Союз, привели к трехлетней войне между Азербайджаном и Арменией. И с помощью России в значительной степени, Украина, кстати, тогда помогала Азербайджану, насколько возможно, и эту войну азербайджанцы проиграли. В результате весь Нагорный Карабах в своих административных районах был, там азербайджанцы были вытеснены. И кроме того, армянские силы вытеснили азербайджанские войска из семи прилегающих районов, которые были населены азербайджанцами. Административно в Нагорный Карабах не входили.
И вот сейчас за эти практически семь районов, там небольшая территория в двух районах все-таки контролировалась Азербайджаном, и идет сейчас самая настоящая война. Это так называемый, как армянская сторона называет, пояс безопасности Нагорного Карабаха. И вот эти вот столкновения с юга – это наиболее такое танкопроходимое направление, потому что местность гористая и холмистая. И с севера. Вот это, ну там еще есть третье направление наступления, но вот эти два основных. Идет основная борьба, в том числе за совершенно разрушенный и необитаемый город Физули, Физулинский район, который в основном был азербайджанский, но к моменту начала войны. Но сама это, сам центр необитаемый, он оставался под контролем армянских сил. Он занимает важное стратегическое положение, вот поэтому вокруг него и сейчас идут ожесточеннейшие бои. Юрію Борисовичу, але все ж таки, от що стало поштовхом саме зараз до такого протистояння? Оскільки ми пам'ятаємо, скажімо, навіть у цьому році на Мюнхенській безпековій конференції зустрічались в тому числі президент Азербайджану Алієв з прем'єром Вірменії Пашиняном. Обговорювали в тому числі питання Карабаху, і він отак от вибухнув. І чи цей конфлікт був фактично заморожений, міг вибухнути в будь-який час? Он мог, как вы правильно сказали, взорваться в любое время, но здесь сошлись обстоятельства как внутреннего порядка в Азербайджане и в Армении, так и изменения международной конфигурации. Но мы прекрасно понимаем, что за Арменией стояла Россия. На территории Армении в Гюмри находится российская военная база. Там находятся российские войска, Армения состоит в двухсторонних и многосторонних договорах безопасности с Россией. Это первое обстоятельство, если говорить о международных. Второе – это активная роль Турции, которая всегда была на стороне Азербайджана, но которая приложила очень много усилий по подготовке и вооружению азербайджанской армии. Пользуясь своими финансовыми возможностями, Азербайджан закупил достаточно большое количество самого современного оружия в Турции, Израиле, Южной Корее, в России в том числе. И на сегодняшний день азербайджанская армия в техническом отношении значительно превосходит армянскую, потому что в Армении много оружия, но это советское оружие, относительно устаревшее или, во всяком случае, не самое передовое. И вот это техническое превосходство, количественное превосходство, если вы возьмете, например, авиация, у Армении там 16 истребителей, у Азербайджана почти 45. Ну, слід вважати також той факт, що населення в Армении це 2 мільйони, Азербайджан це 10 мільйонів. И это фактор, хотя армии Азербайджана и Армении, они пока в мирного времени в численном отношении примерно одинаковы. Но вот тут есть техническая составляющая. Плюс, конечно, активное участие турецких инструкторов, возможно, и экипажей. Это одно обстоятельство. Второе – это резкое изменение ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль значительно помирился с арабскими своими, не самыми ближними, но очень влиятельными соседями. Так, мы згадуємо визит премьера Израиля Нетаньяху, зокрема, до Об'єднаних Арабских Эмиратов, да, таке інше. И признание. Перший визит. Признание. И вот самое главное обстоятельство, которое, видимо, учли в Баку, это сужение возможностей России помогать Армении. Потому что у России возникло на Западе пылающее предполье в виде Беларуси. Второе. Россия не граничит с Арменией, и есть значительные логистические трудности в передаче военных грузов и материалов из России прямо в Армению. А единственной Армения в полукольце. Турция закрыта граница, Азербайджан по понятным причинам закрыта. Единственная такая эффективная возможность – это через Грузию.
Грузия заявила о нейтралитете, закрыла свое воздушное пространство. И остается 67 километров границы Армении и Ирана. И поэтому доставка грузов воздухом возможна только через территорию Ирана. При этом крюк нужно делать примерно 1200 километров. Соответственно, возможности. Вот, видимо, эти обстоятельства потом не Соединенные Штаты, которые играли относительно большую роль на Южном Кавказе, сейчас заняты, понятно, избирательной кампанией. Им вообще ни до чего в мире, кроме своих проблем. Это резкое ухудшение отношений России с ведущими странами Европы, Германии и Франции. И все это в целом складывается. У России оказалось слишком много конфликтов, которым она патронирует или непосредственно в них связана. Сирия, Ливия, украинский Донбасс, Приднестровье и весьма сложная ситуация в Центральной Азии. Ну и Сирию, мабуть, треба згадати. Ну, конечно, Сирия, это как, там очень серьезно. И еще одно обстоятельство. Россия не может пойти на сильное обострение с Турцией, потому что Турция, если будут столкновения России и Турции, то Турция просто закроет проливы Босфор и Дарданеллы, а конвенция в Монтре это ей позволяет. И тогда российская группировка в Сирии просто зависает. Так, Юрію Борисовичу, виходячи з ваших слів, видається, що це навіть протистояння не стільки в Вірменії та Азербайджану, скільки зовнішніх гравців. Чи відповідає це дійсності? Або і перше, і друге разом узяти? Ну, непосередньо на полі бою воюють Азербайджан і Арменія. Ну, це зрозуміло, так. Но за ними стоять третій, четвертий і другі дуже сильні міжнародні ігроки. И складывается совершенно другая политическая конфигурация. За Армении объявила о поддержке Армении Греция, в значительной степени Франция, потому что у нее очень сильная армянская община. С другой стороны, Иран, который, в общем-то, склоняется поддерживать Армению в противовес Турции. С другой стороны, на стороне Армении, естественно, выступает Турция. Как теперь оказывается, Израиль, который поставляет в Азербайджан самую новейшую технику противоракетную и противовоздушную оборону. Это мусульманские государства, в частности, Пакистан там и другие. Поэтому здесь вот та политическая конфигурация, которая была накануне этой войны, она кардинальным образом изменилась, и теперь это действительно война, ну, можно сказать, в значительной степени Турции и России, пока дипломатическая, руками азербайджанцев и армян. От ви згадали, що Азербайджан підтримують у тому числі мусульманські держави, там Вірменію підтримує Греція, православна держава, здається, це чи не єдина держава, де православ'я є саме державною релігією. Відомо, що Азербайджан у більшості своїх азербайджанців є мусульманами, вірмени – християнами, вірменська апостольська церква. Наскільки великий саме релігійний чинник у даному протистоянні? Ні, він не має абсолютно ніякого значення. И Греция поддерживает Армению не потому, что это православная страна. А потом... Вермен не православный, але близкий, ну, да, ну, до православия. Одна из первых православных относительно стран. Ну, там был в останній 7-й Вселенский собор, он сам собирался по Вермении, но мы не про это сейчас говорим. Греция поддерживает Армению, потому что у нее сильнейшее противостояние с Турцией в восточной части Средиземного моря по поводу газовых месторождений на дне моря. Это Греция и Кипр, которые, кстати говоря, со своей стороны поддерживают Израиль и Францию. Поэтому Греция совсем не из-за того, что она так любит армян, а вот потому, что она против Турции, а все, что против Турции, соответственно, за Грецию. И отсюда вот такая активная, но дипломатическая. Греция очень слабая в военном отношении страна, и относительно слабая. И поэтому реальной помощи военной эти все страны, ну, за исключением Франции, но Франция не будет в это вмешиваться, они оказать Армении не могут. Единственная страна, которая может реально оказать помощь Армении, это Россия.
Юрій Борисович, щоб підсумувати цей блок, от чи можемо ми говорити, що цей конфлікт не завершиться у найближчі 10, 20-30 років? Тобто, наскільки він буде довго тривалий і які є шляхи вирішення його? Ну, его продолжительность в значительной степени определится ходом боевых действий. Это первое. Ну, я маю на увазі у широкому плані протистояння, да? Тобто не саме бойові дії, но бойові дії, ну, зрозуміло, що у сучасному світі вони, напевне, не можуть тривати десятиліттями, а щоб настав довготривалий, нормальний мир, і щоб Карабах був, я не знаю, у якому статусі, але щоб це влаштовувало і Вірменію, і Азербайджан. Вы знаете, территориальные вопросы решаются очень тяжело и практически никогда мирным путем не решаются. Конфликт Израиля со своими соседями продолжался 72 года, и сейчас он только сделаны первые шаги по разрешению, и даже не то сколько по разрешению, как смягчению этого конфликта. Поэтому даже если, предположим, Азербайджан отобьет там какую-то территорию, и восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах, а Карабах продолжает считаться территорией Азербайджана в юридическом международном смысле. Насколько я знаю, но ведь Вермения не признает независимость Карабаха. Пока нет, хотя такие разговоры идут. Но думаю, что это навряд ли произойдет. Сейчас не будем останавливаться, почему. Москва не позволит. А насколько Армения, ее националистическое ядро согласится с таким поворотом событий, предсказать очень сложно. И мы можем оказаться в ситуации, когда этот конфликт даже при определенном решении территориальной проблемы будет продолжаться неизвестно сколько. Тобто шляхів виходу на сьогодні навіть не можна говорити, що саме треба зробити, щоб настав довготривалий мир. Це невозможно зробити, тому що позиції цих стран принципіально різні. Азербайджан требує територію назад, Армения эту территорию отдавать не хочет. Территориальный вопрос не разрешим. Если конфликт на Донбассе, как пример, может быть решен, потому что это политический конфликт. Речь не идет о территориях. Это политический конфликт, который устроила Москва против Украины. И как только Москва перестанет интересоваться, там все восстановится, как говорится, антебеллум анту. То есть до войны, в состоянии до войны. Но с Карабахом ситуация принципиально другая. Юрій Борисович, давайте перейдемо до наступного блоку щодо міжнародної, будемо так говорити, ситуації. Це протести в Білорусі. Чи можна от станом на сьогодні говорити, що Олександр Лукашенко остаточно переміг опозицію? Ні, це не можна. Це таке, я би в значительній степені сказав, що це навіяне московською пропагандою, ну і білоруською, звісно. Представление о том, что все это затихло. Стороны перешли к позиционным действиям. Мы наблюдаем внешне малозаметную, но продолжающуюся деградацию режима Лукашенко. В первую очередь в экономической сфере. Страна погружается в финансовый и экономический жесточайший кризис. Скорее всего, через месяц мы увидим, уже сейчас идет стремительная девальвация белорусского рубля. В стране не хватает ликвидных средств, банки не могут выдать в полной мере даже в частные вклады, потому что этих денег у них просто в кассе нет. В стране острая нехватка иностранной валюты. Страна не продает достаточного количества товаров по сравнению с тем, что было до этого периода. Во-вторых, происходит очень, ну, малозаметная, но так называемая итальянская забастовка в государственном аппарате. Люди на работу ходят, но практически не работают. И это самым пагубным образом сказывается на положении дел. В первую очередь в государственном аппарате, во вторую очередь, ведь все основные предприятия Белоруссии, они государственные. Так вот,
отгрузка продукции Минского автомобильного завода за 3 месяца упала на 64%. То есть завод просто не выпускает продукцию по разным причинам. В том числе и из-за того, что люди стали работать по правилам. Их заставляют работать под угрозой увольнения. А вас уволят, деваться вам некуда, потому что все государственное. И тогда люди начинают работать по правилам. Станок не там, нет заземления, я не работаю. Там выполняются нормы там, техники безопасности или охраны труда. Ну и так далее. Есть тысячи таких способов. Мы же прекрасно знаем, что такое итальянская забастовка. И следующий уже показательный момент – не стихает, не уменьшается протестная активность. Из, понимаете, вот такая мелкая деталь. На подъездах, где живут ОМОНовцы, пишут: «Ты бандит», соседи перестают здороваться. С детьми, как говорится, никто не хочет водиться в школе. Это... Но мы в Украине неодноразово спостерегали подобную ситуацию. Совершенно верно. Это вот такая ситуация, и она создает очень тяжелую психологическую атмосферу. И, наконец, последнее. Они просто, я имею в виду ОМОНовцы, они, и вообще спецслужбы, они просто устают. Они по 14 часов вынуждены находиться в, как говорится, в состоянии повышенной готовности. А это очень сложно. Это психологически и физически очень сложно. Потому что никто никогда не знает, куда их пошлют, потому что в разных районах Минска и других городов возникают вот эти очаги протестов. Им надо туда ехать, там разгонять, а в это время им говорят, что нет. Быстро там разгоните и едьте в противоположный конец города. Но ОМОНовцев 5000 на всю Беларусь. Их просто не хватает, когда на протесты выходит 100-120 тысяч человек. Поэтому это медленный процесс. Революционного блицкрига не получилось по разным причинам. Сейчас не будем вдаваться. И он в значительной степени будет определяться, насколько хватит выдержки у Кремля поддерживать Лукашенко. Угу. Потому что он сталкивается с очень большими проблемами в международном и в плане и во всех остальных. А, до речі, вот цей протест, який є в Білорусі, це протест проти однієї конкретної особистості, чи це протест за? Тобто це протест, скажімо так, який несе якісь позитивні зміни для Білорусі, або розгрушим до основання за тим, як у відомому вислові? Ну, судя по тому, как говорят лидеры протеста, хоть они в основном сейчас и не в Беларуси, это речь идет о уходе Лукашенко, демонтаже вот этого персоналистического режима и создание относительно демократического режима в стране с проведением свободных выборов. То есть это политический протест? Да, это, конечно, это политический протест, просто он сконцентрирован на одной фигуре. Но на самом деле речь идет о демонтаже системы. И это, хотя он не носит антироссийский характер, но это очень напрягает Москву. Москва очень думает, поддерживать ли ей режим Пашиняна в Армении, потому что Пашинян без ее позволения стал премьер-министром в результате народных протестов. А это очень, ну, настороженно воспринимается в Москве. Москва не может, она бы уже давно не поддерживала Лукашенко. Надоел. І їй він теж надоїв. Ну, до речі, ми пам'ятаємо спочатку, коли ще не відбулись вибори, день голосування, да? От і історію з вагнерівцями і таке інше. Да? Навіть деякі експерти говорили, що оцю ситуацію з протестами і таке інше інспірує саме Москва. Вона не те, що її інспірувала, але вона к ній як би хорошо відносилась. Все би, вони би відмовились від Лукашенка, якщо б вони знайшли такую пророссийскую фигуру, которой они бы могли доверять и которую они бы постарались в результате свободных выборов привести к власти. Но они не могут найти такую фигуру, потому что абсолютно пророссийский кандидат Цепкало, бывший комсомолец, он потерял свой электоральный потенциал. А те, кто сейчас могли бы, ну, типа Бабарика, там другие,
они не вызывают достаточного доверия у Москвы, хотя всегда, в общем-то, считались пророссийскими. И есть еще одно обстоятельство. По мере затягивания этого процесса народ Белоруссии протестующий видит, что Лукашенко поддерживается исключительно за счет России. Среди них начинается теперь уже недоверие по отношению к России, которое может стать первым шагом к росту уже антироссийских настроений, которых пока еще нет. Юрій Борисович, у нас буквально хвилина лишається, але не можна не спитати. Якщо уявити таку ситуацію, що Лукашенко отримається при владі рік, два, три, п'ять, чи якийсь навіть більший термін часу, які шанси, що Білорусь перетвориться у Західний федеральний округ фактично? Я думаю, що, скоріше всього, це не відбудеться як по внутрішнім, так і по внешнім причинам. Ніхто не дозволить Росії це зробити. В том числе ее западноевропейские партнеры, пренебречь мнением которых при всей браваде Москва не может. Так, а от загалом, якщо оцінювати процеси, підсумовуючи нашу розмову, кому це вигідно в першу чергу? Це вигідно Заходу чи це вигідно білоруському народу для очищення певного, для того, щоб повернутися на демократичні рейки? Протесты являются производной внутреннего развития Беларуси. И Запад тут, ни Запад, ни Россия совершенно ни при чем. Они могут своим участием усиливать этот процесс или ослаблять, как мы со стороны Москвы явно пытка ослабления. Но это протест чисто внутреннего характера. И вообще нужно отучиться от мысли, что революцию можно экспортировать. Это невозможно. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.